Ворох живых еловых веток, мешок посеребренных шишек и декор из ленточек и бусинок. По-новогоднему озеленители оформляют вертикальные клумбы. Озеленители ни одной минуты не сидят без дела. После заморозков и снежного урагана земельные работы на паузе. Стихия повредила и лишила веток множество деревьев, в том числе хвойных. Их как раз и решили использовать в декоративных целях. Шишки на этих композициях самые настоящие. Какие-то остались с прошлого года, а вот эти совсем молодые пару дней назад еще росли на живых елочках. После урагана очень много веток ели сосны. Упали, и вот мы используем эти, собрали по городу, и используем эти ветки для украшения вертикалки. В Бендерах 30 вертикальных клумб. Летом свели однолетники, осенью их заменили вазоны с геранью и хризантемами. А сейчас все конструкции стали новогодними. Даже если снег больше не пойдет, его нарисуют озеленители. Прямо на ветках белой краской. А еще прикрепят ягоды, бусины и другие украшения. В этом году будут использованы новый декор для вертикального озеленения. Это и игрушки будут, скорее всего, и какой-то дождик, наверное, будет ярче, чем в прошлом году. Возле парка кинотеатра Горького вертикальные клумбы уже приобрели законченный вид. Люди работают, создают праздничное настроение. Скоро елка будет, весело, Новый год. Мандарины. Когда повесят еще эти гирлянды, тут через каждую дорогу будет очень классно, я уверен. Мне очень нравятся новые елки вместо цветов. Они очень красивые и вписываются в зимнюю атмосферу. Стараниями служб благоустройства наши улицы выглядят празднично круглый год. Бендеры зеленый и вечно цветущий город. В ближайшее время начнется посадка кленов в парке Октябрьский.